Привет. Есть у Да. меня очень плохие новости. Ты слышал уже? Но сейчас появились новости о том, что по Еленовке что-то прилетело у вас. Это все пиздец. Они сами уебали казарму. Там было 200 человек. В общем, позавчера переселили с барака, в общем, с трех бараков, ну, все количество, там до 200 человек, 197. Переселили какого-то хуя на промзону, там типа казармы сделали. А с понтом сказали, что отсюда будут все вывозиться, и тут будут оставаться только Азов. Типа пока все сетапы едут, в общем, потом перестрелят на обычный барак. Вот. Вчера начал ночью, где-то часов 11, работать град с под забором там. Ну, там метров 100 от забора, там было видно. И по 10 ракет. А в первые 10 взрыв. Во вторые 10 взрыв, в третьи, в общем, 3 взрыва пошло. Окна не повылетали нигде, характерного прихода, то есть прилета там снаряда или чего-то, свиста не было. То есть просто были такие взрывы. Вот. В общем, очень много, 200, 300, количество мы точно не знаем. Ну, в общем, это все построено для специальных хуйня. Выжившие есть, скорее всего, но я же говорю, есть какие-то медики, которые из госпиталя, ну, которые тоже с нами, мы там были. В общем, они сказали, парни, вас убивают. Понял. И еще было 3 выстрела с автоматом. После этого всего там был пожар, в общем, такая вот хуйня. Ну, просто они это все подстроили сами, это очень большая вероятность. Ну, и прилетов не было. То есть, я, во-первых, если работала какая-нибудь батарейка, она работала выстрела через какое-то время, а не в момент именно выстрела града. Вот. И, блядь, ебать, туда, блядь, переселили людей 2 дня назад, ну, понял, такая история. Так они именно с градов уебали по этой казарме? Нет, они, скорее всего, заложили бы внутри, не было прилета, я же тебе говорю. Связь просто хуёвая, я не все слова. Я понял. А они, скорее всего, уебали, заложили заранее время. Блять, ну